Всем привет, ребят, с вами Шмаг, на канале Шмаги. Это неожиданно, или ожиданно, или неожиданно, это Уиткрафт, и если честно, ребят, давно не записывал, не делал, вообще забыл про эту игру, реально, очень много всяких каких-то новинок, чего-то там, какие-то игры про инопланетян, все это так захлестнулось, и ярлычок с данной игрой куда-то очень подозрительно делся с рабочего стола, поэтому извиняйте, и, ну а вы тоже, никто мне никуда не написал, не напомнил, ничего, поэтому про игру забыл, но нет. Как оказывается, но нет. Мы продолжаем играть, и насколько я помню, мы хотели сделать из одного помещения, а по-моему это было следующее, а нет, это было это помещение, мы хотели сделать из него настоящую базу с травкой, да, все правильно. Но мы будем продавать там только выращивать травку для законных продаж. И, собственно говоря, подожди, а здесь же... тут 4500. Короче, мы пойдем через... А тебе что нужно было? Минимальное количество, отлично, у вас есть 12 месяцев на доставку. Эффект сосредоточения, да? Так, у меня есть что-нибудь с эффектом с... подожди. Коллекция сортов. Запах. Это вкус. Так, сосредоточение на первом уровне. У меня есть True OG. За 12 месяцев, да? Ну, это я не сделаю, да? А вот это я могу сделать. За 12 месяцев сделать True. А что нужно для True? Подожди. Для True OG 22 температура, 49 влажности. А тут условия... Да, тут условия не получится эти сделать. Так, подожди. А где я могу True OG вырастить? Дай посмотрим. Тут только одна трава растет, да? Короче, я здесь не смогу True OG сделать. Правильно я понимаю? Правильно, да. Да, я только тут могу отличное качество, короче, у меня не получится сделать. Подожди, а если мы фарго сделаем? Фарго я, по-моему, продаю трюге, да? Трюге, трюге. Или не продаю? Да, вот она здесь выращивается. Так, она здесь выращивается. Подожди, но продаю я что? Пока нет. Пока нет. А здесь у меня продается... Для чего? White for обогащенная почва. Не знаю, для чего. Для чего-то здесь она тоже продается. А, все правильно. Да. Верни все взад. Верни все взад. Да, потому что я хотел сюда вот это вот, а не получилось. Я лоханулся, короче. Whitefire хорошее качество. Так, тогда отменяется, да. Тогда мы не сделаем. Пошли во флинт сделаем. Так, тогда что нам нужно для медикаментов? Медицинский. Что они покупают? Они покупают хейз. У этой группы в этом месте хейз они покупают, да, на первом месте. А что вообще они предпочитают? Я хейс-то смогу? True G, либо Blue Dream, да? Super Lemon Haze, еще тоже они могут. Либо Blue Dream, да? Либо обычная Regi, Super Lemon Haze. Подожди, а что я здесь могу выращивать? Haze, либо Super Lemon Haze? Могу Haze. Haze. Так. 23,55. 23,55, да? 23,55, но мне нужно еще вот здесь поддерживать, да? Нет, ничего не надо мне поддерживать, пошли сюда. А здесь 26, почему? А, вот почему.
Так, сейчас, подождите, надо разобраться. Но ей нужно 68, я не смогу, 22 я смогу. И для Хейза, если я сделаю, да? Или супер... А супер Лемон Хейз что нужно? 19 нет, 19 нет, а Хейз да. А Хейз обычный, да. Для Хейза 23, да. А, сюда, короче, нужно... White Widow я продаю здесь. И вот это вот Nozen... Нии. Но Нии я мало продаю. То есть я могу занять вот тут 6. Будет 6. Здесь будет 6 Хейза, да? Грандпа. А вот здесь я буду выращивать Нии. Правильно? Да, правильно. Для Нии что там нужно было? Подожди. Для Nozen Lights нужно было что? 26 и 61. Я могу сделать 26? А, так тут и есть 26. Все. Изменяем, изменяем сорт. Изменяем сорт. Изменяем сорт. Ну, этот куст я пока оставлю. Сам понимаешь. Да, так, это здесь мы, короче, сделаем. И там Хейз 6 этих. А, среда выращивания-то какая? Какая тут среда выращивания? Обогащенная, да? А, мне денег-то хватит, кстати. Почему не Ита ты выбрал, алё? Так, обогащенная. Здесь то же самое. Или что, будем ждать, пока вырастет? У меня ни есть, нету. Эпическая. Да забей. Сейчас поменяем, короче, тут все. И уже будем дальше смотреть. Так. Так, лампа нужна. Здесь что за лампа? Газоразрядная лампа, супомат. Вот это что ли? Нет, газозарядная, вот это, да? Бля, тут условия сразу по жопе потекли, да? Меняем тогда. 4 градуса мне нельзя, да? Нет, тоже, да? Блин. А это если... А, ёб твою налево. Ну, соржавый тогда, блин, там 60 всё будет. От этого, да, мало. Мало, да? Ну ладно, что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем. Так, хорошо. Мелон бургер, погнали. Так, собрали, тут поменяли быстро. Быстро поменяли. Помс, Хейз. Ой, в этот, не. Да. Так. Семейный дом. А что в семейном доме опять не так? Подожди, а что у нас тут получается? White Widow 22, а Хейз 23. А у меня... А у меня 27, бля.
23, а тебе 22, 23, ставим. Так, все, правильно? Так, все. Кто тут? А, точно, погнали в Фаргу теперь. Так, мы забираем лаб, забираем полицаев. Так, и тоже тут выращиваем. Но тут смотри, как получается, что... Тут видишь, как тут... То есть, если я нормально сделал траву, то оно обычное. А это-то было больше, чем обычное, понимаешь? Что мне делать теперь с Whitefire? Что я хотел сделать с Whitefire? Кто-нибудь помнит или нет? Блин, у меня еще бабок нету, ни хрена. 6000... Так, 1000 пока появилось. Так, продаем. А, у меня же этот продавальщик тут есть. Так, подожди, а сколько будет тебя отправить в этот... Паумс... 500 на дроне, 500, 600 баксов будет, да? 600 баксов, 14 контрабатов, вайф этот. А что там этот вайф-то, блин, я не знаю, я не помню уже, что он делает-то. Нужен он мне или нет? Давай, да, отправить. Но если не получится, то не получится. Отлично. Так, ты вернулся, ты продаешь здесь это говно. Так, теперь возвращаемся вот сюда, во Флинт. Ты будешь покупать White? Будешь, да. Whitefire Oak ты будешь покупать. У Хейза, у меня нет уже запасов Хейза, да? На первом ранге, а если побольше сделать денег? Давай за 12 хоть, мне деньги нужны, мазафака. Так, давай в теплицу по-быстрому, да? Ну блин, он не успевает этот... Мой черт. И как его там, как его обозвать? Надо как-то, да, у меня задача-то выйти в плюс, там, в прям в огромный, а я сейчас пока как бы не могу в плюс выйти никак. 12, да? Качество получается. Лаба опять. Так, да иди, подожди, ты забудь. Достигните... Ну да, видишь, у меня не получается 7500 всего от легальных. От нелегальных чуть больше, но все равно, но очень мало, да. Очень мало. Двадцать три, подожди, а НИИ-то сколько нужно было? 26, что ты врешь-то? Идеальные условия, короче, так. Дашка, ну. Так, кто-то там получает опыт. Кто? Ты опыт получил? Да ладно. Одно очко. Ну, с одним очком этим и сиди пока. Если я, понимаешь, если я ему улучшу... Ну, то есть я подниму уровень, он... Немножко чекунь. Он немножко... Он как бы немножко обнаглеет и будет, короче, всякую хрень мне пороть. Пока не надо этого делать. Так, давай сюда. Блин, ну смотри, мне нужно по-любому как бы контракты выполнять, потому что я, ну, не смогу это сделать. А, кстати, тебя, чувак, я отменить. У меня не будет такой травы, понимаете, ребят? Я как бы, ну... Эту траву нужно как бы выкупать у конкурентов или что-то с ней делать, ну... А у меня нету ни конкурентов, ни... Ну, типа, не могу, короче, пока это сделать.
Блин, ну очень много этой травы, и они очень мало ее покупают. Может, ценник снизим немножко? А то реально что-то как-то очень жестко все начинается. Сентябрь, у меня 3000 всего денег, и вот и очень мало. Так, Вильф закончился и больше не производится. Погнали тогда его туда. Опять. 400 грамм. Ну а что делать? 400 грамм. Главное, чтобы не кинули нас с этой травой. Это будет неприятненько на самом деле. Отлично. Так, теперь уходим опять туда, во Флинт. Опа, ничего себе, на 1000 сразу, нанна. 1400, нанна. 720, нанна. А? А? О, уже есть, короче, что заплатить за все это. Так, это хорошо. Это меня очень сильно устраивает, это мне очень сильно нравится. Так, слушай, так а может тогда сюда ТРУГ этот привезем из Флинта, пока деньги есть. Кстати, подожди, стоп, Эндера. А я не должен, аренда, работники. Я банку не должен денег, да? Ну, вроде нет, да? Местные финансы. Ага, я понял. Так, хорошо. Так, а чё, а я хотел еще там что-то где-то купить, в принципе, да, можно было. Да блин, да уйди ты сюда, отсюда, а. Купи. Ну он, видишь, подстриг кусты, и он сразу минус, минус этот. Так, ладно, короче, мелон, пойдем. Чё тут у нас? Так, мы тут, мы тут уже все, в принципе, можно собирать, сейчас скоро будет. Так, и теннисистки это, да? Для тенниса немножко. Теннис большой. Так, это грандпа, это на рынок, чтобы немножко отплатить, чтобы нас не задавили на рынке просто. Ну, 15 с 15, ребят, ну это прям, это просто, это сказка. Так, короче, смотри, какая Хейс тут скоро подрастет. А чё тут во Флинте стопе? А, по Фарго погнали, да. Чё у нас пока 10-15, нелегалка, да, нелегалка пятнашка пока. Но нелегалка пока выигрывает, но потому что, блин, вот здесь очень мало продет. Здесь очень мало продаем, одна точка всего, и, видимо, то ли качество травы говно не нравится, то ли что, я не понимаю пока. 15 из 15, как это? Вы что, охерели? Почему? А почему упало? 15 из 15 же было, какого хера-то? Ну, алло, игра, ты что, гонишь-то? Что ты мне тут шляпу в это самое? Реально, такая, конечно, такая, как козябра. Так, смотри, 690, подожди, а дай-ка мне... Эта группа, смотри, они покупают... А, бля. Да вот зачем мне в Whitefire тут нужен был. А! Да, пока так. Ценовой порог 19, ну хорошо. Так, а вы только Whitefire. Да, был план-то, чтобы перевезти это говно туда. Давай тогда это туда перевезем, короче, немножко. Ну, пока это качество такое. $600.
Ну просто качество такое, там я продам куда-нибудь, загоню. Отлично. Так. Здесь мы все уже, все прошли или нет? А, тебя надо полить. Блин, ну качество, то есть это я типа не вовремя полил, да, и из-за этого такое говно, типа, ну блин, ну это нечестно. Это очень сильно нечестно. Это прям вообще, прям не это. Так, стоп. Теперь во Флинт погнали. И у нас должен быть, знаешь что, во Флинте, смотри. А что, он еще есть? 1 грамм. Прикольно. Обычная, подожди, вот где может быть вот это вот, где будет нормально котироваться? Котироваться. Нигде, да? А здесь будет котироваться, что ты мне врешь? Что ты меня обманываешь? Ну мы так и сделаем, да. Первый ранг. Так вот сделаем. По 12 баксов. Так, по 12 баксов. Ты там в лабе сидишь. Теперь ты. Так, собирамбо. Грандпа это для рынка, все правильно. Да, растение там созрело. Девочка созрела. Девочка созрела. Так, и у нас здесь, что у нас здесь? А у нас тут хейс собран, да? В большом количестве. Так, вот денежки поперли немножко хоть из... Ну, немножко хоть 12 тысяч, 13, хоть немножко, блин. Реально. Блин, или в нелегальщину уйти? Не знаю, короче, ребят, что делать. Прям вообще, прям не знаю. Реально, очень запутался уже, что нужно сделать, что не нужно делать. Так, пойдем в теннис. Сыграем немножко. Так, грандпа опять, чтобы... Ну, видишь, да, нелегальщина уходит очень быстро. То есть это тебе не... А где я не был? Вот Мелоун, да? Бургерный. В Макдональдсе не был немножко, да? Так, и надо собирать уже идти траву туда, в этот. Так, фарго. Вот это уже, да, наверное, тут собралось. Так, он там пусть... Сейчас он продаст на 900 еще, да? О, нормально, смотри, бабуси подперли, ёпти. Хоть что-то, хоть как-то, хоть что-то, хоть немножечко. Так, получен изменение арендной платы, схерали. Ты что там, охерел? У меня был диалог с администрацией этого здания. Плюс 100 влияния конкурентов. Да ты пидор. Ну ладно, ничего страшного, ничего страшного. Так. Что у нас здесь? Подожди. Хейза много, тру не надо. Хейз сюда, быстро. Бомс, хейз по 9. Сколько? По 9. По 9, отлично. По 12 будешь продавать. Что ты там? Ну давай, давай, я продам за тебя. Так, короче, сюда 17 тысяч, а почему? А, потому что мы оплатили аренду, да, правильно? Так, хорошо. 19, выросла легальщина. Блин, ну видишь, тут нельзя вместе, типа, все сделать. Было бы покруче, если бы вместе можно было, да, делать. Работник там еще один вырос в опыте. Но я не буду пока это делать, потому что. Нравится тебе мой ответ? Вот и все. Так. И сколько у меня теперь я плачу? А, ну, в принципе, не очень много я плачу, поэтому нормально. То есть там она увеличила там, но на 100 баксов, типа, это терпимо. Это терпимо пока что. Пока что терпимо. Так, ты тут пока поливаешь, я в теннис пошел зайду. Так, в теннисе что у нас тут? В теннисе у нас, в принципе, все нормально, да?
У меня такое подозрение, что мне не хватает как бы мощностей, да? Мне нужно еще немножко, может быть этого чего? Ну, типа, не знаю. Что здесь с травой этой? Еще целый килограмм. Сколько я могу отправлять? Да, давай. 600 баксов туда, и там тоже продадим этим легальщину, короче. Вообще, на самом деле... Блядь. Ну что за проблемы, вот, ну ёптель-моптель, да, вот, ну вот, тут не было беды, а и вот на тебе сразу, под дых прям игра дает. Блин, я потерял партию на, блин, нормальную партию. Сука, говна. Я прям расстроен. Я прям очень сильно расстроен. Подпитка... О, новый заказ, стоп. Вот это мне интересно. Чё там у тебя за... Привет, бро, это Хьюн. Тут, ну, тут парень с общаги. В следующую субботу у нас очередная тусовка. Нам, как обычно, как и всегда, мы будем ждать возле кухни. Один из наших братанов подрабатывает там рядом. Гораздо безопаснее обмениваться там. До субботы, пока Хью. Хью Беннет. Мутный, порядочный. Ему нужен Grand Daddy Purple. Хорошее качество. У нас 34 тысячи. 34 тысячи, да, наличкой. 1.47 Grand Daddy. Что нужно для Grand Daddy? 25 и 60 влажности. Я могу сделать здесь хоть что-то из этого? Не могу. Потому что что? Потому что 60 влажности, 25 температуру. Я, может быть, типа насобирал бы, да, но это не могу. А, блин, а если там делать... А если там делать, то что? Ну что, я не смогу хейс продавать легально опять. Правильно? Потому что я вот тут буду. Ну вот смотри. Хорошо, мы здесь сделаем раз вот это вот все. Да? Вот здесь будет это вот 9 этого говна стоят. А, подожди, я могу здесь? Могу, да. Блин, я даже не знаю, ребят. Отсюда получается сколько получается? По раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да? А тут 90 грамм. Правильно, Grand Daddy. 180 я получаю. И получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это сколько нужно сделать, чтобы не продавать на рынке? Чтобы не продавать на рынке эту траву, мне нужно что? Нужно что-то другое на рынок. А что я могу другое на рынок? Я даже не знаю, ребят. Я, подождите, я вообще запутался. 180, короче. Мне нужно, блин, подожди. Я же, вроде, я считал или не считал. Я забыл, что мне нужно было сделать, чтобы посчитать или не посчитать. Ничего не, я забыл, ребят. Напомните, что мне нужно было сделать. Значит,
А, в этого, Granddaddy, да, мне нужно было Granddaddy на... Granddaddy сделать, короче, да. Granddaddy у меня здесь растет. Его растет у меня сколько? У меня растет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кустов. 7 кустов по 90, 7 на 9, это что, 63, да? 63, 630, а там нужно было... А какое качество? Эпическое. Эпическое качество. Так, вот, подождите, ребят, сейчас. Эпическое качество. Эпическое. А ему нужно было отличное, да? Ну, это две ходки, короче. Ладно, давай, давай попробуем. Окей, 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 окей. Все, уболтали. Уболтали. Уболтали же. Ведь могут, а? Уболтать меня. Вот они, скоты какие. Так. Ой, извиняюсь. Мы сейчас что-нибудь придумаем, не ссать в трусы, потому что это опасно, это можно немножко это... Мы сейчас примем твой заказ, братан. Даже ведь мы примем, мы примем. Мы примем, мы примем. Принимаем заказики, заказики. Свободная касса, ёпта. Свободная касса. Так, ладно. Отличное качество, мне нужно минимум Granddaddy, Пепе, взять все, все сделаем, все сделаем. Надо заказы делать, потому что заказы это прибыль, это прибыль, это большая прибыль. 34 тысячи баксов на дороге не валяется, правильно я понимаю или неправильно я понимаю? А, кстати, а сколько он платит-то вообще, по идее? Значит, 34 тысячи, по идее, на сколько? Это типа сколько, 20 баксов типа получает? Грамм? Примерно, да? Так, 20 баксов за... А я продаю... По 8, по-моему, я продавал, да? Ну да, это смешно. Это смешно. Согласен. Я получаю какие-то новости. Что? Я не буду пока это делать, ребят, потому что 20-15... Легальщина выросла вообще нормас. Так. Сколько времени у меня есть? Пока непонятно, короче. А, минимальное качество хорошее даже, а не отличное. Это меняет дело, это меняет дело. 140, короче, если что, сейчас полетим. Сейчас полетим, короче. Главное, чтобы этот садовник с Саной не обосрал мне всю малину, понял? Потому что если он обосрет всю малину, то это будет печальная история. Мы сейчас что-нибудь придумаем с этим. С тем, что у нас не продается этот. Мы сейчас это что-нибудь сделаем с этим. Мы сейчас это с этим что-нибудь да сделаем. Малоун пойдем, в бургерную сходим. Так, мы просто ждем. Отлично. Теннис. Теннис большой. Получен опыт, это я читал. Так, 20 тысяч. 450 грандпа. 450. Да блин, а нам все равно нужно еще ждать будет. Так, все, короче, с грандпа мы все, мы все не суемся, короче. Мы все поняли. С грандпа мы все поняли. Мы так, мы здесь ждем. Так, все. А, здесь что у нас? Так, давай запускайся, короче, погнали во Флинт. Ой, во Фарго, точнее, я что-то туплю. А, я так подозреваю, последняя партия продается здесь этого говнеца, да? Так. Да. Закидываем теперь вот это вот. В смысле, алло. Законные продажи. Ну... И чё? А он только по незаконности может продаваться, типа, да? Или подожди. Или нет? Ничего не понимаю. Опа, новый заказ, райский запах. Да, она вон продает.
отдается так же, как и та. Че вы мне парите, ублюдки? Обмануть меня решили, а? Собаки. Новый заказ. Сейчас почитаем, что там в новом заказе. Если там не какая-нибудь необычная трава, то пошли они в жопу. Если обычная, то, в принципе, можно тоже согласиться. Согласен или не согласен, да? Так. Блин, да, я что-то соскучился по этой игре прям. Очень сильно. Так. Надо копов убирать сейчас. Подожди, сейчас, моя маленькая. Сейчас вот так тебя подстрижем. Утя, путя. О, подстрижена ты у меня. Так, оп. Блин, вот если бы сейчас заказ закрыл, то я, скорее бы всего, все, я выиграл бы, да? Ну, в смысле, не выиграл, а, ну, ну, ты понял. Или не понял. Так, стопандра. Че у нас тут? Тут у нас пока ничего. 18-13. Блин, ну мы упали. Мы упали. Ну, Фафлинт, погнали. Че ты мне тут? Может быть, еще здесь сделаю? Ну, блин, да, если я еще... А, я же там заказ, надо почитать, да? Забыл. Ну, да, короче, пока в плюсе, но в таком плюсе, что как бы не в плюсе. Потому что не хватает немножко до плюса. А, он собрал здесь травку, Рома, красава. 540 у меня граммчиков грандпаби, грандпоби, грандбэйби, грандбуби. Ну, ты понял. А, так, вот, да, заходим сюда. Растение созрело? В смысле? Так, и здесь мы просто ждем. И здесь мы тоже. Так, 630, стоп. Сколько я могу? С одной партии 630, да? Сколько я могу сделать? Если хорошее, он сказал, да? Ну вот смотри, 900, да? 630 и 900, 270 плюс 270, то есть плюс 540, если с двух партий, да? Но в принципе, да, за две партии должен, да. Ждем, короче, вторую партию. И, в принципе, все. Так, ждем вторую... Так, стоп, здесь был заказ. Здорово. Райский запах. Эй, мы небольшой стартап, который инвестирует в второе содержание марихуаны. Да, эффекты. Травяной, ускорение роста, духовный подъем. А у меня такого не будет. У меня такого не будет. Что там было? Труге. Только трюге. А у нее... У нее будильник и травяной вкус. Будильник и травяной вкус. Понял? Будильник, травяной вкус. Ни будильника, ни травяного вкуса нет. Так что можно забить на эту траву. Минзон. Но да, видишь. А, подожди, так а у меня нету даже такое, чтобы где. А где будильник-то? Алло. У меня будильника даже нету. А, есть. А, будильник в рейге. Ага. То есть это нужно как бы синтезировать, что ли? Я не знаю, как делать такие сорта, которые вот им нужны. То есть я. Ну, я не смогу чисто сделать. Такую травку, потому что, ну... А, да. Ну, потому что вы сами видели, что... Ну, камон. Покамон. Ну, сколько можно? Да, сколько можно это терпеть? Смотри, сейчас, подожди. Значит, смотри, у меня... Труга закончилась, но 450. Но эту 450 они нормально берут. Если... Я ж только что собрал... А, это выращивание, ёптель, извиняюсь.
Да, туплю, как индюшатина. Туплю, да. А, так все, мы тогда сейчас топе. Сюда мы ставим трю. А, подожди. Легальность. А, да нет. 19 и 26. Понял ты? Игнорируется этой группой. Вот это игнорирует. В смысле, вы же покупаете, ублюдки. Ничего не понимаю. Как это тут сделано? Типа... Короче, иди нахер. Все, мне не интересно. Так, ладно. Ай, ёптель-моптель, зашибись. Короче, я, как обычно, игра вылетела у меня. Я забыл про это. Да-да-да-да-да. Пара-пара-пара-пара-пам-пам. Да-да-да-да-да-да-да. Меня это очень сильно раздражает, если честно. А сейчас мы еще, короче, мы там сейчас еще у нас как бы что-то там получилось, что-то не получилось, и сейчас опять по новой вникать. Это меня очень сильно бесит. А, так это мы еще только... Ой, ёптель. А у меня заказ-то, я... слава богу. Так, стоп. А, все. Ну, короче, все нормально. Мы не особо, короче, далеко выплыли. Выпали, или как это называется? Выпали, выплыли. Это мазафака, да. Так, подожди. Короче, на самом деле, я... Че я сюда захожу, в этот флинт? Мне не интересно, мне нужно здесь тусить. Мне нужно здесь тусить, потому что... Просто потому что, да. Да мы тут будем продавать труги. Не. Или как там это называется? 18-13, мало. Но мне нужно, блин, мне нужно продать вот это за 34 тысячи, как бы, чтобы было, да? А, кстати, не может быть такого, что если я сейчас ему продаду, продам, а это какая-нибудь облава, типа, полицаев? Вот это будет обидно, согласись. Ну, типа, вообще, короче, типа, камон. Я на такой не подписывался. Не. Ну, типа, ну, это как бы совсем будет или как это называется. Напиши, как это называется. Или не пиши. Или пиши, или... Ну, не пиши, или пиши. Пиши, или не... Ну, что ты, как... Ну, что ты, ну... Так, окей. Так, заходим сюда. Оп. Вообще по красоте, да? Качество. Смотри, какое качество должно быть. Идеально. Так, ну да, это не... Мы недалеко, короче... Аутосейв сработал нормально, по красоте, короче. Сработал аутосейв, поэтому все нормальды. Так а что мне там в этот флинте делать-то? Там и, у меня там все и эти есть. Что я там буду делать? Что я там буду делать? Они там пусть занимаются своими этими растениями, я тут своими. Грандпагорам главное, чтобы не засрали по урожайности. А так как бы... Ну... Не, ладно, согласен, надо туда сгонять. Именно сейчас мы это и сделаем. Так, флинт. Нет, только не в эту, давайте в плитцу зайдем. Потому что... Нет, вот в эту тоже зайдем, да, потому что... Ну, собрать, полить... Так, обрезать. Чик-чик! И обрезали. Уйди вон, моя трава. Да пусть там, что он сюда заходит вообще, я не понимаю. Иди отсюда, я говорю. Шел сюда! Пьемс. Так. Значит, 630. Мы сколько там можем? Что-то 270, да, с партии. Ну да, короче, сейчас закончим эту партейку тогда, да? Правильно я понимаю или неправильно я понимаю?
Надо фаргу валить. Созрело растение, потому что... И сейчас мы отправим его... Да, все правильно. Так, теперь берем... Оп, стоп. Так, давай-ка сохранимся тогда. И отправим в фаргу травишечку нашу. 900 грамм уже. Ёпти. Нормально. Ну мы сейчас отправим сколько? 500 получается, правильно? Да ёпти. Да ёпти. Если что, я сохранился, кстати. Помните? Отлично. А что отлично? Так, а все, дальше продолжаем. Работать. А, подожди, может у него какое-нибудь другое задание появилось? Ну, хотя вряд ли. Хотя вряд ли, хотя может быть и не вряд ли. А может и не вряд ли, не знаю. То есть, короче, выращивать, если я купил лицензию, я могу выращивать вообще похер. Типа, копам вообще насрать, да? Ну, то есть, если у меня есть... А, то есть, продавать теперь не могу, типа. Главное, типа, то есть, если я не продаю, если я продаю незаконно, то, типа, это незаконно, да? Можно, пожалуйста, одну секундочку? Так, если я что там, что я говорил, я уже забыл. У меня какая-то была мысль такая нормальная, да, или нет? Да. Вот этот поворот, ты наверняка помнишь Матео. Ай, блядь, иди ты нахуй. У меня вообще задача другая, долбан. Так. О, другие, смотри, эффекты травяной, креативный и расслабление. Ой, ты моя. Фитоняшечка. Так, хорошо, давай посмотрим. Так, коллекция сортов. Не, а что там было? Я же забыл уже. Вот это было, да? Креативность. Креативность. Что там было? Креативность и говно. И травяной вкус. Ну, у меня, короче, нет такой травы. Отстань от меня. Все. Так, короче, погнали. Куда погнали? Сюда погнали. Да, сюда погнали. Здесь Поливайкиным поработаем. Мистер Поливайкин. Хотя, короче, нет. Пойдем отсюда, нах. Пойдем в Фарго. Там же у нас травинушка, трава. Иди нахер. Ну как у вас повысилась мотивация, если я вообще поймальчик, короче, и типа, ну камон. У нас одна надежда выполнить эту миссию, это благодаря контракту. То есть если мы не выполняем благодаря контракту, то это провал. Ну ты понял, короче, да? Получает опыт. Так ты же уже... А, ну это еще раз. И еще раз, и еще раз, и еще много-много-много раз. Опять он закончился. Смотри, разобрали. Нормально, 42 тысячи баксов уже у нас. Это нормально, нормально. Неплохо, я бы даже сказал, да? Так. Будем отправлять еще раз туда эту траву, да? Ну, по идее, надо, потому что... Ну, типа... За чё бы и нет, да? Сейчас отправим. Несы в трусы. Несы в трусы, а то насыс.
Так, короче, я тут очень долго все делаю, надо сюда возвращаться. Так, гранд-дэдди нужно быстро делать. Все, я по куст режем и туда. Но нужно что сделать? Нужно туда отправить траву сейчас будет. Чтобы было. Понял? Или не понял? Что по бабкам? 9-12, мать твою за ногу. Стоп. Сохраняем. Ну на всякий, как бы, знаешь, я и так уже по траве-то как бы просел. А тут 400 все грамм. Блин, 400 грамм за 600 баксов будем вести. Ну давай, да, окей. Уболтал. 400 грамм за 600 баксов там продаем. Вообще в ажуре, мужи-мури и все остальное. Главное, чтобы ты перевез нормально, чтобы было все как бы, ну, типа, камон. Иди в жопу. Нет, не буду, ребят. Не буду этого делать. Просто потому, что не буду. Ну и все, тогда ждем, чего-то ждем. Погнали во Флинт. Пойдем сюда. Вообще-то не сюда надо было, наверное, да? Ну ладно. Так, быстрее в теннис идем. В теннисе у нас сейчас будут эти. Ну не беси, давай стриги. 1.17. Так, быстро сюда заходим. Мне нужно хорошее. Нет, стоп, мне нужно, чтобы они, короче. А какая нахер разница-то? Я тут лучше продам его. Ой. Все, хорошее качество. И килограмм с... А подожди. А мне нужно теперь контрабанду сюда, типа, сделать, да? Бля... Это тяжело. Так, надо сохраняться. А кто контрабанду повезет? Ну, короче, этот повезет, красный хер. Точнее. Ну, в смысле. Короче, все, сохраняемся. Отстань. А мы что же сохраняем? Ну, какая. Не, все, отстаньте. Отстаньте. У меня очень мне нужен риск. Риск 15%. Ну давай, родненький, пожалуйста. Так, теперь мы уходим в Фарго. Подписка для мозгов. Спасибо, бро, это просто дудка моей мечты. Я охренен, тусов, уже тебя там не было. Увидимся в следующий раз. 34 тысячи получили. А то есть, подожди, то есть, эта хрень на продаже не за... Чего, бля? Ой, извиняюсь, ребят. А в смысле? А нахера я продавал столько травы, если, типа, это не нелегально, это, типа, нахер, типа, никому не нужно, да? Прикольно. Нормально так. А что, у меня нет травы здесь сейчас? Не продается трава? Почему, да? Почему 20-то? Давай продавать. 20 это очень много просто. Так, и что теперь-то делаем? Я теперь не знаю, что делать. Мне теперь надо как-то... А что? А что мне делать теперь? У меня до хрена денег, да? До хрена денег и... И все. Ну, типа... Да, надо грандпа поменять на рынке, короче.
А мне нужно открывать новую точку. Короче. Все, что я могу сейчас сделать, это открыть где-то точку, еще одну, которая бы. Которая бы. Так, которая бы что? Ничего не понимаю. Которая бы производила какую-то траву, которую я бы продавалась легально или нелегально, не знаю. То есть. Не, ну 81 тысяча у меня. А где мы будем делать? 875. Пока мы тут с тобой 3 недели, да? А мы хоть близко-то подходим к этой цифре-то? Нет. Вообще ни разу не подходим к этой цифре. Не нелегальный, потому что нужно переводить. Нельзя, короче, на двух стульях усидеть, скорее всего. Нельзя, типа, и легальщину, и нелегальщину, типа, делать. Нет, точнее, можно, но мне нужно увеличить тогда площадь изготовления, понимаешь? Мне тогда просто тупо надо еще одно место, где я еще буду фигачить и продавать, и выращивать. И продавать, и выращивать. Это где я могу сделать? А, например, здесь могу это сделать, правильно? Да, чё я туплю? Подожди. Чё я туплю-то? Сколько? 8 тысяч? Да, окей. Пиццерию. Как убрать пиццерию? Да. В смысле? Либо теплицу расширяем, либо делаем минпу. Это самый случай магазин с фасадом, когда с вами правильно, где вы можете продавать на следующий штраф, мы слышим, в какое время мы живем. Да. И что я там буду продавать? Давай гранд-па засудим. По... Вот так вот. То, что там нет покупателей, потом поменяем. 4 помещения. Подожди, а что-то еще можно купить? 4 помещения. 4 помещения. Ежемесячная аренда за 17, за 9, за 8. Вот это, может, купим. Незаконно. Так а там купим законно. Там он как раз эти. А тут-то нету, ёптель. А зачем я купил медицинское? Я что-то долбан? Не надо медпункт здесь, да. Расширить. Здесь купим. Так, на этом пока надо сохраниться. Так. На этом пока надо сохраниться. Так, давай в теплицу пока войдем. Подожди. Значит, тут у нас вот это вот говно. Что у нас тут? Что они купят? Нет, здесь мы расширились. Здесь мы... Что мы здесь продаем? Я забыл, ёпарный... А подожди, а зачем мне пиццерия, если, ёб твою мать, я незаконно-то не продаю уже здесь? Не столько законные продажи. Зачем мне пиццерия? Кто мне объяснит? Что я за... Я тупой? Зачем мне здесь пиццерия? Может быть, расширимся тогда? Ладно, здесь VIF продается. Здесь будет продаваться не VIF, а... Кто там у нас? True, true. Что у нас с этим true? За 20-ку трушку продавать, да, нормас. А, и плюс мне нужно 3 этих... Или сразу еще раз расширимся. Да, давай.
Так, и надо здесь заполняться, короче, заполняться, да? Это будет очень долго, на самом деле. Ладно. 12-18. А чем заполняться будем? Не знаю. Ты знаешь, чем будем заполняться? Здесь я тоже расширился. И что мне? И что мне это? Условия 18. А тебя только 18 можно, что ли? Тебе вообще-то 24 надо. А почему 18? Что за прикол? И 53. Если я здесь поставлю такую лампу. Это что за лампа 90, которая вот эта вот, да? 20 упало сюда. Ну, а что ты горишь лампочкой-то? А чем мы будем выращивать? Я не знаю. Мы чисто выращиваем теперь уже чисто для себя. Ну, в смысле... Не чисто для себя, а куст. Что здесь у нас? Wi-Fi какой-то. Вот этот же, да? Почва улучшенная. Кощенная, да? Здесь то же самое. Так, сказал какой-то дурак. По условиям у тебя 24. Почему 24? Будет же 23 или нет? 24. Так. Теперь заходим сюда. А, здесь я ничего не... Ну, я могу убрать пиццерию, короче, и засунуть. Но здесь условия нужны, видишь, 50. Им... Да, да. Поэтому такое себе. Короче, ладно, мы потратили приличное количество денег. Надеюсь, что это хоть как-то под нам цифру подобьет какую-нибудь, да, чтобы мы хоть как-то что-то сделали. 206к мы платим теперь. Ну, на 300, но... Но, как бы... Ну, как бы. Так, это семейный. Так, теперь сюда пойдем, да? Блин, я просто думал, что с контрактом я смогу выполнить одно из этих двух заданий. Оказывается, это не и так делается. Вот, падла тварь. Вот же ж падла тварь. Угу, здесь он уже все подстриг. Негодяй такой, да? Негодяище. А подожди, а лаба, если у меня тоже лицензия, лаба что делает? Ну, типа, я смогу лабой пользоваться или нет, если у меня лицензия? Давай еще проверим, кстати. Я вот этого не знаю. А, да. И менты ничего не говорят, лол. Прикольно. Ох, ёптель, я сейчас запарюсь здесь просто кардинально. А чё выращивать-то там будем в этом, в том отсеке-то? Не понимаю пока. Что там можно выращивать в том отсеке? Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь. Ёп, очень все быстро. И у меня же рук не хватает, и всего не хватает, лол. Ага, понял. А, так подожди, я ж тебя могу и сюда тоже зафигачить, ну. Так я не знаю, что выращивать-то в этой теплице.
Что мы будем здесь выращивать? Мне уже здесь нужен садовник, ё-моё. Как я без садовника буду играть? Не понимаю пока ничего. Пока ничего вообще не понимаю. Ладно, ребят, на этом, наверное, эту серию опять закончу. Блин, ну никак не пройти это дурацкое... А, подожди, да будет. Сколько у меня там сейчас пока? Нелегально 18, легально 14. Что за бред? Какого хера? Ну, смотри, если 14 и 18 сложить, то получается... Сколько? 32, да? Я даже... Бесит-ка. Говнище. Ну ладно. Ладно, ребята, буду заканчивать эту серию. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шемыга. Напоминайте мне про Witcraft, потому что немножко подзабыл про эту игру. Все, ребят, всем спасибо, всем счастливо, всем пока.